7.00, всем доброе утро. Сегодня на завтрак у меня два бутербродика маленьких с овечьей брынзой и один бутербродик с икрой кабачковой. Чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного дня. Моим девочкам, подписчицам, красавицам вот такие вот цветочки. Название не знаю, к сожалению. Но очень красивые, но это не ромашки. Потому что вот у них разные, видите, оттенки, цвета. Такая вот клумбочка красивая. Девять тридцать. Мой перекус. 50 грамм сыра итальянского Грана Падана и черный кофе натуральный, пол ложечки сахара кидаю туда. Честно говоря, не знаю, Грана Падана или Грана Падано, вполне возможно ударение ставится в конце, потому что сыр итальянский, там, наверное, на О, как у них всегда. Хотя... Кто знает, девочки, кто знает, напишите ударение, на какой слог ставится в этом сыре. Грана Падана или Падана или Падано. 14.00. Мой обед. Сегодня у меня спагетти. Такой итальянский вариант блюда. Спагетти. Это как бы Италия. Теперь у меня консерва. Это тунец в масле оливковом, синие острые а-ля огонек и немножко морковки по-корейски. Украсил все это бурьянчиком в виде петрушки и укропчика. 18.00. Мой ужин. Сегодня у меня ячневая кашка с кусочком масла, капуста тушеная и три кусочка коровянки, коровяной колбасы. 21.00. Мой вечерний перекус. Девочки, у меня сегодня банановое мороженое мое домашнее с шоколадом. Шоколад горький, 70% примерно. И маленькое яблочко, чтобы загрызть вот это все вкусноту сладенькую. Приятного аппетита, всем спокойной ночи, удачного похудения. Нас на ютубе под хэштегом Жирукопять. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.